Всем привет! Поздоровайся, сынок! Сегодня у нас свидание без младших детей, чисто со старшим. Да, сынок? Да. Давно мы с тобой так вдвоем не гуляли, да? Да. Вот будем время от времени проводить с ним вместе время. Сначала со старшим денек вместе. Далее со средним и потом с младшим. Ну, младший и так со мной все время, так что младший не считается. А вот так вот считаю, нужно проводить время с сыновьями по отдельности. Сегодня твой день, сына, да? Да. Куда поедем мы с тобой? Сынок? Вообще у нас уже есть идея, куда поехать? Позже вы все увидите. Хотя, думаю, по названию ролика вы уже поняли, куда мы едем. Поедем мы на автобусе. Ехать нам с одной пересадкой до центра Сеула. Будем гулять рядом с башней Намсан. Мама! Мама, Тингу! Где? Да, увидел друга, подружку свою в садика. Это не Юджин? Юджин, твоя подружка из садика? Да ты что? Поздоровайся. Скажи привет-привет. Сегодня мы с Кириллом пришли на встречу с одним блогером, который прилетел из России, и сегодня он устраивает встречу со своими подписчиками. Я наблюдаю за ней уже много-много лет, поэтому мне очень хотелось встретиться с ней живую. У нее есть замечательная дочь. Надеюсь, что и она сегодня будет, чтобы Кирилл смог с ней поиграть, да? Пришли сейчас в цветочный магазин. Хотим купить букет для Леночки и для ее дочерки Малены. Здесь в основном продают цветы в горшках, но также есть такие цветочки. Их немного. Я попросила сделать два букета. Нам уже их делают. У нас Ян в предвкушении встречи. Ему сказала, что будет девочка, с которой он сможет поговорить на русском. Да, сына? Какая красота получилась. Сейчас еще для Малены цветочки. Встреча будет проходить в кафе под названием Black Sea. Я и даже не знала, что это кафе держит двоюродная сестра Лены Диана. Так классно, что она открыла такое классное атмосферное кафе прямо в одной из туристических зон Сеула. Нет, ну просто, как бы, наверное, мне ближе вот наш свободный русский менталитет, когда можно вот так вот. А вот, например, Диане, наоборот, ближе здесь. Она говорит, я люблю все по правилам, вы вот так все нарушаете, вот это все, вы вот не там все ставите машину, там у нас парковки, у нас соседи. А мы вот так вот, как бы. Вообще, в Корее с парковками прям беда. Я не знаю, вы заметили, да. Кто живет или нет, особенно в Сеуле, тут машина, еще надо найти парковку. Ну да, вот мы к сестре приехали, и мы на машине своей. Она говорит, не арендуйте машину, нет мест парковочных. И мы реально приехали, а там свободные парковочные места, все уехали на часов. Я говорю, ну ты спроси, можно здесь машину поставить? Такая, запрещено. Да, это вся свободная парковка, мы не можем поставить, ну, типа. Кто-то, что-то у нас было, один раз мы собирались как-то, и что-то там было, я уже не помню, что. Ну ладно, может, походу.
Так, дальше про Женю, правильно? Женя, да. Давай. Я сюда приезжаю, и тут опять мне заново вот эта деградация. Люди. Я начинаю разговаривать, и как будто они спят. Я говорю, проснись, мир другой. Ну настолько все, вот как ты хочешь, так и будет. Да. Просто если... Просто... Кирилл нашел себе подружку. Ты вообще себя чувствуешь как дом. Ты Золушка, а где второй твой басмак? Да, пока Саня приготовит. Давай, не давай. Малена, Малешка, давай. Сессия в разгаре. Такие красивые. А сейчас мы с девочками решили подняться на башню Намсан. И Сеул нас провожает таким вот прекрасным закатом. Будем подниматься с таким прекрасным видом на Сеул. А на вершине нас ждет настоящая красота. Вот мы и дошли до башни Намсан. Малена тут лучше всех устроилась. Папа на шее. Да, кому-то хорошо как поднимать. Как называется эта башня? Намсан. Намсан. Так, хорошо. Мы дошли до известной башни Намсан. Наша коллегия. А вот там остальные девочки идут. Янчик молодец, всю дорогу шел пешком своими ножками, на руки не просился даже. Все, второе дыхание открылось. Людей очень много. Особо-то ничего не видно. Но я вам сейчас покажу этот обалденный вид на город. Красота! Мы здесь можем где-то вешали наш замочек. Но вряд ли его сейчас могу найти, но он где-то здесь, среди этих замков, висит знак нашей любви. Вон в той стороне наш дом, это я точно знаю. Мы решили попробовать найти наш замочек с мужем, который мы вешали. На нем должны быть наши имена. Но мы вешали его давно, уже года полтора прошло. И помню только, что он красного цвета. Что он красный, небольшой. Так, ну где-то в глуби должен быть, по-любому. Так. А, вот здесь по ориентиру. Ориентир не помню какой. Так. Макс, держись в ладони. Я нашла! Я нашла наш замочек с мужем. Вот Джина, Дэхёк и Ильда. Все, вот наш. Мы вешали его 2 года назад практически. Нашла, смотри. Да. Здорово. Мы нашли, нужно опять скинуть. Так, решили купить замочек. А вот видишь, она не вообще не работает. Вот здесь вот только. А вот они, подождите. Пусть они попробуют, они захотят сюда засунуть. Вот сюда. Сюда денежку, да? Да. Просто. Как потом сама сделаешь? Ой. Да, я преподавала. Сегодня какой месяц? Десятый. Десятый. Да, сегодня да. Первая же. Да.
стрелочку поставлю. Помаши. Сейчас напишу. Тоже напишу. Сейчас не преподаете? Сейчас я пока в декрете, пока только блог веду. Сына, я же пишу, дай. Можно я напишу? Сейчас пойдете вешать, сейчас. Давай, запомни. Ага. Да. Спасибо, все. Спасибо, так. Спасибо. Вот так вот у нас получилось. Написала все наши имена, начиная от мужа до меня и наших сыновей. Так, ищем. Нет. А как она открывается? Ты что, его закрыла? Нет, он был уже такой. Если закрыла, то все. Ань, стой. Я его даже не открывала. Не, нормально, подожди. Вот так, вот это убирай и сюда вставишь. О, Господи, сколько. Видишь, отсюда ли убирают снизу, так что ты вот зацепи за это. Смотри, только там ты зацепи. Наверх зацепите лучше. И как-нибудь. Так, третья пока. Давайте. На какой-то крепкий вешай. Макс, проверь, где крепко. Хаба. Надеюсь. Если что, есть еще запасной вариант. Какой? С обратной стороны на чужом вот напишу. Все! Ура! Ура! Так, девчонки. Все, пошлите вниз. Нашли здесь куклу. Я даже не поняла, что это кукла. Я думала, что вот. Такой экспонат, статуя. А вот когда куколка эта зашевелилась, я была в шоке. Дай пять, сына. Купли, дай пять. Вау. Умничка. Мы погуляли, спустились теперь обратно в кофейню. Сейчас поедем ужинать. Мы пришли есть блюдо под названием Таркальби. Сейчас сделаем нам ободочек с сыром. Деткам заказали рис, лапшишку. Нас много заняли два столика. Еда! Да. Все, мы прощаемся. Как вам? Было приятно познакомиться. Мне тоже очень приятно. Классно. И тоже семья. Мы еще договорились завтра. До завтра. Мы с Ианом уже дома. Янчик по дороге уснул в такси. Сейчас спит вместе со своим братом. Ян наверху. Ялька внизу. Муж, кстати, дома не сидел. Вместе с малышами, вместе со свекрами они ездили в город Сувон в гости к тёте. Вкусно поели. Даже зашли за десертом. Муж привез домой. Тут пончики. В общем, скучно им не было. И мужу помогали свекры, получается, его родители и тётя. Мамины Джон, ты самый сладкий мальчик на свете. Ты самый сладкий мальчик, да? Мама соскучилась по тебе, да? Где ты, мамка, целый день шастала, да? Где ты, мама, была? Я по мамке соскучился, скажи, да? Я по молочку соскучился маминому, да? А то пихали в меня смесь. Да, скажи? Ну ничего, сейчас будем кушать сладкий. Да, будем кушать. Давай со всеми попрощаемся. Скажите, мамины зрители, всем пока. Увидимся с вами в следующем видео. Я вас люблю. Пока-пока.